Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Железные холмы». Так, ну что, у нас тут бесплатно что-то есть? За просмотр рекламы я не хочу, давай вот деньги с тобой заберем. Все. Так, у нас три режима есть, да? Выживание, бункер бэш и рампейдж. Ну, начнем, наверное, просто с обычного выживания. Ребят, я уже немножко поиграл, как бы... Попробовал себя в этой игре. Ну, в общем, все зависит от твоего везения и умения. И от твоей команды, кстати, тоже много что зависит. Так, погнали. Ух ты, какой у него классный... Ёпрсоте. А я вот с обычной танкулькой. Нифига у него шары оказываются еще и по дороге. Тихо. Да-да, я такой вот самый простенький танк. Без наворотов, поэтому я буду держаться позади. Так, ну, ульта, когда накопится ульта у меня, ребят? Бомбанул, куда? Эй, тихо, не надо, блин, разорвало меня. А чё они так? Что их так много-то здесь, эй? Подожди, погоди. Зашибись, матч окончен. А чё нас так порвали? В три сек, просто-напросто. Давай поздравим вот этого вот. Поставим этот лайкосик. Нет, ты подожди, я, конечно, все понимаю, выживание выживанием, но не так же жестко-то, елки-палки. Давай попробуем еще разочек. Короче, ребят, они нас продавливают именно своей массой. То есть нас всего трое, а врагов, как ты понимаешь, еще... Ох ты, ничего. Смотри, какие танки. А те красота какая. Хотелось бы посмотреть, что они в действии. Шарманка такая. Здравствуй, говорит. А, добро пожаловать, игрок. Здорово, братюня. Да, он, наверное, немножко удивлен, что я в таком танке паршивенько. Ты посмотри, они тут... Ух, красота. Они-то, конечно, имба. Я тут какой-то дрищ. Они молодцы. Так, вторая волна. Ну, тут хотя бы до второй волны мы дошли. Ух ты, смотри, что она. Ты прикинь, танкуля, как выстрелил просто турельку здесь. А тут танки, так, кстати, мощнее пошли. Дай-ка я ульту попробую применить. Погнали! Изи! Так, тихо, отойди. Меня тут могут быстренько ушлепать. Да ладно, до второй волны дожили. Так, а это что у нас такое? Опа, артиллерийские какие-то танки. Слушай, ну я тебе скажу, что вот эти вот ребята просто малорики. Ой. Их разнесли, ребята. А если я ультой? На! Красавчик, да я? Продержался, пока ребята рисанулись. Они должны быть мне благодарны. Несмотря на то, что я на этом дрещонском танке. Нати! Так, четвертая волна у нас. Ух! Вавадас, герой. Ох, ё-моё, MVP. Так, друзья, я с вами! С вами, я... Так, он опять турельку там поставил, молодец, красавчик. Пошла ульта. Так, пятая волна. Слушай, ребята, это рекорд мой, абсолютный. До пятой волны добрались. Эй. Чё это за танк такой? Не слишком ли ты имбовый, парень? Ё-моё, сматываемся. Меня вообще с удара снесли, прикинь. Так, держись, пока мы рисаемся. Так, Вавада срисанулся, я тоже рисанулся. Он там один, бедняга, отбивался. Слушай, ну это что-то вообще какой-то имбовый танк, ну серьезно говорю. Эть, вся надежда на меня. А это что за босс еще? Босс танков всех идет, да? Они сейчас, если базу нас уничтожат, то все, ребят, фейл. Понимаешь, да? А-а-а, я не могу развернуться. Есть! Ха-ха-ха-ха. Распетрушили мы его, прикинь. Так, шестая волна, я боюсь даже представить, кто здесь будет. Просто... Так, тихо. Какие-то танки-пауки. Может так назвать их, да? Давай. Ну, эй, давай, говорю. Блин, они застреливают нас. Что-то они толкают, что ли, я не могу понять. Мне нужна ульта. Ой, зря мы, конечно, отходим. Давай, бомбим ультой. На. И тут жалко, нет починки.
Вот это меня тоже немножко расстраивает. Они так чинят, а нет? Ой-ой-ой-ой-ой, это кто такой? Это седьмая волна, это супер танки. Сейчас, наверное, как бомбанет по мне. А если я так вот? О, моя маленькая ульта, хотел сказать, помогла, ага. Все, да? Да, друзья мои, ну слушайте, если бы у меня, конечно, был бы танк покруче. Вавадос, Малорик, держи лайкосик. Так, что, ребята, коллекция, да? В общем, выживание, режим выживания мы посмотрели. Ух ты, трофей получил. Можно мне глянуть, что из этого сундука мне выпадет? 40 монет. Да, я могу улучшить свой танк. Слушай, а можно мне как-то получить новый танк? Так, это за 20, да, жетонов. Это будет за 40, это за 70. Это все великолепно. Ну, поехали, попробуем тогда с тобой бункер бэш. Апгрейд готов. Апгрейд готов. Так, что там нужно? Ага, открыть сундук. То есть они из сундука подают, да? Понял. Так их купить нельзя. А чтобы сундуки зарабатывать, это, соответственно, тебе нужно проходить дальше. А, вот, ребят, 6 игроков у нас здесь. То есть, по-моему, 3 на 3 будет такая вот баталия у нас. Уничтожить вражеский бункер. О, смотри-ка, у чувака, по-моему, последний ядрик тебе наконец. Йо-хоу! А мне нравится вот этим навесиком бомбить. Давай, еще от этого хлыща погибнуть не хватало. Все. Базу, 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 базу. Куда я сунулся-то базу бомбить? Я-то здесь сбоку припеку. Так, давай, друзья мои, я навесиком. Да, он тут, конечно, встал в удобную... Вот-вот-вот-вот-вот. Давай-давай-давай-давай. Да что ж... Е! Взорвали ему базу. Победа должна... А, нет, мы не взорвали, нифига, это был просто взрыв. Это был просто взрыв. Иду! Я иду, друзья мои. Есть, иди сюда, олух, я тебя навесиком сейчас на... Твою налево, не надо так. Паук, погнали. Давай прожмем их, базу. Ну, изи. Матч овер. Будут знать сосунки. Мухаммед. Опять Мухаммед. У меня в черепашках ниндзя Мухаммед очень часто встречается еще и здесь. Так, ну что, ребят, мы их разорвали. Как ты понимаешь, я получил 11 жетонов. Точнее, этих медалек. Ага, на открытие. Через 2 часа. А я могу? Нет, не могу. Я могу потратить гемы при желании, чтобы ускорить этот процесс. Но я не буду, потому что у меня еще 2 ячейки есть. И мне понравился этот режим. Блин, я хочу себе какую-нибудь новую танкулю. Что у нас тут? Что у нас? Есть что-нибудь бесплатное? Нет? Погоди-ка, а вот это что такое? А, это какие-то детали, да, для танка. Гатлинг стоит 160 гемов, ты представляешь? Это новый танк, 160 гемов. Он получается что, донатный? Или здесь можно как-то накопить? Слушай, ну смотри, я скоро получу деньги, и надо только лишь набрать, по-моему, 5 медалек или 10. Апгрейдим, что ли, может, танкульчик наш? Апгрейд, ready. А у меня... У меня даже монет не хватает, чтобы апгрейдить танк. Олух-то, а. Ну, давай посмотрим, что такое рампейдж. Уж очень... Чего? Я говорю, рампейдж ты мне дашь? Режим. Так, онлайн 0. Опять, 3 на 3, что ли, получается? Скорее всего, так и будет. Ладно, давай просто глянем, что у нас тут вообще нужно сделать. Опять, наверное, между собойчик какой-нибудь. Такой. Там, конечно, смотрится очень смешно, если честно. Мы с тобой где-то... Ой-ой-ой-ой-ой, это что за танк? Что это за бульдозер? А-а-а, все, я понял, что это за режим, ребят. Выигрывает тот, кто получит большее количество звезд. Ать! Он прочухал, да? Джон! Этот танк, конечно, что? Это у него такая ульта? Иди ты в баню. Так, у нас, ребята, уже 2 звезды, это хорошо. Можно подлечиться? Вот, мы подлечиваемся. Так, давай-давай-давай. Этого охламона сейчас нахлобучить нам. Ать, зачем я подставляюсь? Зачем я? Ульта погнала. На, блин, попал бы еще бы хотя бы. Найс. У
меня вообще здоровье, ребят, ноль. По нолям. Надеюсь на отхил. Этот нифига там тут. Просто взял и проехал по нам. Ой, зря я встал под ульту-то. Зачем надо было стоять под ультой? Вот ты мне объясни. Да иди ты в пень. Нормуль. Ребят, я отомстил ультой. Еще одного накрыли. Так, этого хлобуду надо убрать. Найс, у нас, кстати, 8 звездочек, а у них всего 4. Помню, какая ульта. А я сейчас вот так сделаю. Хоть кто-нибудь ультой вообще пользуется, кроме меня? Фу. Слушай, по-моему, победа будет за нами. Я не хочу сглазить нас. Но для новичков, а в данном случае для меня, я считаю, что это имба. И я сомневаюсь, что это были боты, поверь мне. Джон, Руплайер, нет, это... Может быть, вот это, да, да и то вряд ли. Просто чуваки не поставили себе никнеймы. Ух, слушай, ну хорош, хорош, давай, я, наверное... А как он делает смайлики? А, вот как. Так, ну я могу лайкануть вот этого. Не, ребят, это не боты, поверьте мне. Это реальные игроки. Так, изи, я получаю свой ревард, коллекцию. Ну вот, теперь я могу свой танк апгрейдить. Так, если мы с тобой наберем 100 трофеев, мы получим сундук. А здесь можно вы... Нет, тут... А, вот, смотри, раритетный сундук. Но здесь нужно 450 трофеев заработать. Это довольно приличная сумма. Но раритетный сундук, согласись, там можно, наверное, вытянуть танк. Поэтому стоит бороться за это дело. За свое, так сказать, счастье. Мне понравился режим Rampage. И с вашего позволения... Эй, погоди, погоди, погоди. Можно мне апгрейдить, пожалуйста? У меня хватает денежек на легкий-легкий такой апгрейд. Ну, почему вот здесь вот ничего не могу поставить, а? Жалко, что ничего не могу поставить. Давай, апгрейдим маленечко. А? Четвертый уровень танка. Ну... А, вот оно как делается. Нифига. Ты прикинь, да, такой танк. Черный Джокер. Или темный Джокер. А это у нас... Короче, танк называется Джокер. А уже идет скоростной Джокер, да, и темный Джокер. Красота. То есть еще есть модификация у каждого танка, да, получается. Ну да, ядрить тебя на корень. Ты посмотри, как смачно смотрится. Кнайк Стингер. Обалденно. Так, ну что, мне понравился этот режим, Rampage. Я надеюсь, что вам тоже. Давайте-ка еще разочек, наверное, бомбанем, а? Да? Бомбанем же. Бомбанем, конечно, и надеюсь на победу. Хоть у меня и танк маленький, никудышненький, но все-таки 4 уровня. Это уже о чем-то договорит. Так, давайте-ка, ребят, соберем команду и пойдем. Интересно, здесь есть режим кланов и так далее и тому подобное. Хотелось бы, конечно, посмотреть. Ну что мы последнего там ждем? Где он там уснул, а? Вот, наконец-то. Притянулся. Успел, наверное, на всех парах там бежал. Так, ой, ребят, ну я не знаю, такой команды на наших. Ну посмотрим, какие танки у врага. Где враг? Да ладно! И вот мы вот этими вот какашечками должны выиграть здесь. Да нас сейчас сметут просто-напросто. Вот и все, что я тебе могу сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ребят. Конечно, это бред полный. Но мы хотя бы одну звездочку с тобой заработали. Кто там бомбит с куста? Точнее, с горы. Там мозг. Он выносит нам мозг. Вон он стоит. Погнали, мстить, друзья мои. Не будем, блин, пасовать, так сказать. На, ульту. Блин, если бы я еще попал бы этой ультой. Еще одна ульта. Да что? А, он огнемет. У него огнемет. Думаю, в чем проблема-то? Слушай, ну все равно, ребят. Три звезды, блин. Ну, понимаешь, почему так вот несправедливо сделали нам подбор команды? Вот объясни мне, пожалуйста. Ты достал своими бомбами уже здесь. На! Мозг просто тот выносит. Действительно, мозг нам по полной программе. Мне никак, ребята, их... я не достаю просто. У нас эти снаряды, которые навесом летят. Все, они, короче, сейчас 10 звезд, наверное, получат, и мы с вами фейлимся, да? Но, несмотря на это, друзья мои, мы не в сухую проиграли. Что я тебе хочу сказать? Не в сухую. 5 звездочек вот этими вот никудышными танками мы все-таки выбили. Я хоть получу хоть какую-нибудь награду? Хоть сколько-нибудь жетончиков мне дадут или нет? Давай лайканем кого-нибудь. Ага. Я, наоборот, получил минус. Минус трофей.
Так, что же нам с тобой сделать? Давай-ка бункер бэш сыграем. Ну, я считаю, что да, конечно, ребята, здесь зависит от рандома. То есть, если тебе дадут в команду, даже несмотря на то, что ты такой вот фиговенький, да, но тебе дадут в команду более-менее мощный танк или напарником, да, то шанс на победу все-таки есть. Вот, например, здесь кто? Вот, смотри, видишь, напоминает мне что-то из предыдущей игры. Эй-эй-эй-эй-эй. Воу. Так, ну, бомбанули. Бункер, что, разобрали? Нет, не разобрали, ребята, что. Ничего мы еще с вами не разобрали. Но есть такой момент, что мы можем сейчас просто уничтожить. Тихо-тихо, тикаем, тикаем, тикаем. Дай, ну! Какой-то голодранец меня еще вынес, а? Ты видел, что он сделал? Так, я пошел мстить. Я побежал мстить, ребят. А почему называется «Железные холмы», ребят? Потому что мы с вами двигаемся действительно по каким-то холмам. Ага. Firestarter. Плюс 11 жетон. Вот это я понимаю. Вот. Ему даже лайкосик поставлю и заберем с вами наградочку. Так. Давай, наверное, еще. Тут, конечно, режимов мало. Всего 3, я так понимаю, да? Но игра вроде свежак, поэтому, ребят, может быть, в дальнейшем она будет как-то развиваться. Надо смотреть, надо наблюдать за этим делом. Но пока мы наслаждаемся тем, что у нас с вами есть. Так, погнали. О, у нас тут артиллерия. Я всегда... Тихо-тихо. Воу, а у них... А, не, ребят, у них нормуль. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отходим. А, нам невыгодно отходить. А знаешь, чем... Блин! Бункер! Ребята, бункер! Да куда ты там бомбишь? Да, очень-очень быстро нас с тобой здесь распетрушили. Очень быстро. Да на тебе ульту. Кто там он? Гиблер Горб. Где остальные все? Почему я тут один? Трындец. Там какой-то танк, оказывается, остался один и просто нас уничтожил. Ты прикинь, и у меня опять минус один трофей. Ну хорошо, что минус один. Что такое? Гатлинг за 500 рублей. Не хочешь, главное, приобрести? Нет, спасибо большое, не хочу приобрести никакой гатлинг. Я как-нибудь своими силенками, с вашего позволения. Давай попробуем в рампейдж режим. Не, ну вот это вот выживание, мне кажется, конечно, режим сложноватый. Там на тебя столько танков прет разных, да? И ты должен от этого всего отбиться. Как бы не вариант. Вот, смотри, что мне дали. Ребят, какую помощь напарников дали. Красота. Ну-ка посмотрим, у врагов лишь бы... А у врагов-то тоже не кисло. А вот... Слушай, у меня, я, кстати, посмотрел, сколько я урона ношу своими снарядиками. Это вообще ничтожно мало. Вот зря, вот зря ты вышел туда, парень, вот зря. Вот надо как ультой бомбить. Да, дурила картоновая. Они уже 2 звезды, 3. И надо идти кучнее, а мы все как эти, одиночки. Ну вот так они сейчас и заработают себе звезды. Давай, давай, давай. Оп, подходим. И я ульту сюда. О! Что это? А, это он вызывает. Не, ребят, ну что-то тут. Да он тот достал, он просто обстрелил. Что, мины тут ставятся, что ли? Нет, это мины наши, да, получается. Вот этот мелкий хлыщ на халяву тут сидит. Ты заметил? Ну, запусти свою штуку. Что-то ульта у тебя какая-то вообще не айс, я тебе скажу. Да он встал в такую позу, что его не пробить, что ли, я не могу понять. Давай, 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 родной мой. Погнали. Да, мы тут, по-моему, сфейлились, друзья мои. Нет, я, конечно, могу вот так вот сделать. Одну звезду. От меня здесь толку было мало, поверь мне. От меня здесь толку было мало. Они меня просто не подпускали. Я бы мог бы того мелкого хлыща завалить, попытаться, по крайней мере, но... У меня не было шансов. Блин, да, дайте мне накопить-то это. На следующий-то уровень-то. Чего вы жметесь-то? Ребятули. Танк этот, мне танк этот уже начинает чем-то напрягать, если честно. Понимаешь? Так, бункер-дестройер. Слушай, мне опять те же самых дали, что ли, мне? Ну да. Да ё-моё, этот поджигатель, блин, бульдозер чертов.
Ну, они лишь нахрапом идут. В наглую просто. Вот так вот будет с каждым. Давай этого промнем. Он боится ближний бой. Бункер, бункер уничтожаем, друзья мои. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, не подпускаем. Не подпускаем, тебе говорю. Что-то я там перевернулся, на мне этот чувак стоит. Давай, 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 давай. Так, следующий там бункер, да? Ну? Да что такое-то? Я куда-то вверх стреляю. Нормально. Все отлично, друзья мои. Смотрите, где мы с вами. Давай, 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 давай. Есть! Вот это да, вот это я понимаю. Ребята отчаянные, рвались в бой, ничего не боялись, и все у них хорошо получилось. Что тут у нас такое? А, у меня слот, да, все забито. Там типа сказали, парень, открой за жетоны, чтобы поставить. Но я, естественно, отказался. Так, ну что, друзья мои, давай, наверное, еще разок сыграем. Именно в бункер бэш, мне понравилось. Опять же, здесь от меня фиг что зависит. Главное, чтобы были хорошие напарники. Может быть, когда мы дойдем до раритетного сундука, там, может быть, и будет, конечно, хороший, отличный танк. Так что, ребята, если вам игра понравилась, скачивайте, играйте и наслаждайтесь. А я погнал. А я погнал, против нас. Ой-ой-ой, она молниями бомбит, этот шар, оказывается. А я не знал. Давай-давай, ать, ать, ать. Ай, я перевернулся, ребят. Да ну! Да на ты! Я не успел ульту применить. Я не успел, ребят, применить ульту. Толкаем, толкаем их! Да что ты там строчишь-то? Бестолку там твое строчение. И ульта, куда ульта у меня полетела? Господи, не туда, куда надо. Не, я иду, конечно, я уже просто нахрапом, ребят. Просто в наглую проминаю. Так, у нас что-то там 85%, у них 28. Я не знаю, от чего это и к чему. Это, видимо, повреждение. Вау! Как это так умудрились мы? Друзья мои, ну мы умудрились. Вот это хорошее. Дай-ка я тоже так вот поставлю. И лайкосик ему сделаю. Да не надо мне, не надо. Опа! Так, забираем награду свою. 20 монет. Ух, левел 2. Это 100 трофеев нужно насобирать, друзья мои, чтобы открыть следующий сундук. Может, все-таки рискнуть? Рискнул я, ребята. 30 монеточек. Да елки-палки, улучшение опять на мой старый древний танк. Может быть, сколько там нужно? 5? Давай еще откроем один. 30 монет. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Опа! Да ну нафиг! Да ну нафиг! Ёпарасоте! Арачно! Получил я новый танк, ты прикинь, ребята! Я просто не ожидал, что можно вот так вот взять и из обычного сундука вытащить раритеточку! Так, а если я еще потрачу 5 гемов? А вдруг фартанет, ребят? А вдруг? Ну ты сам видел прекрасно, все на твоих глазах сейчас было. Ну не то, не то. Ух ты. 10% к жизни. Это у нас для вот этого бульдозера, да, я так понимаю. Armor plate. Окей. И с вашего позволения еще один сундучок открою. Ну-ка. Я этот паучок обязательно сейчас... Опа, опа. Это что? Это на паук. Это я могу его улучшить, ты прикинь. Я могу сейчас улучшить паук. Так, ну-ка заходим сюда. Так, а что это здесь у меня показывается? А, ну то, что я могу установить броню, да, это я понял. А где паук? Вот он. Я его могу прапать. Давай, конечно, прапаем. Level up 2. Так, а на него что-нибудь поставить можно? Нет, нет у меня ничего. Кстати, у него тут, видишь, на 5 уровне открывается еще одна ячейка. И на 10 еще ячейка открывается. Ох, какой скинчик, да, ребят? Это скины.
Открывается за гемы. Слушай, значит, здесь должны, по идее, как-то гемы зарабатываться. Блин, мне чуть-чуть не хватает, прикинь. Смотри, сколько здесь здоровья? Почти 2000, атака почти 300. 2300, да? 2300. Здесь... Оу, здоровье больше, а вот атака меньше будет. Хорошо, давай протестим с тобой этого паучка. И будем тестить именно на рампейдже. Нет. Лучше мы на бункер бейдж пойдем с тобой. Дай ко мне сюда моего оранчо. Я хочу протестить этого парня. И посмотреть, какая... А ульта, он, по-моему, вызывает маленьких роботов, да? Если я не ошибаюсь. Сейчас проверим с тобой. Но... Ну, где команда Гуфи-то, елки-палки? Вот он, мой танк. Тынь-тынь-тынь-тынь. Вот так я иду. А, вот он. Слушай, ну он стреляет зато, ё-моё. Он очень скорострельный. Очень скорострельный, я тебе скажу. Энергия, правда, тоже быстро тратится, но... Слушай. Ну, это имба. Правда, вот... как они тут рядышком-то... Да, ё-моё, сейчас меня разнесут, да, походу дела? Ульта, ульта. Я хочу применить ульту, друзья мои. Для меня... Во, накопил. Точно. Видишь, маленькие боты такие выбегают. Таймзап. Какой там таймзап? Сейчас тебя разнесем там в хлам. Будьте таймзап. Ульта у меня готова. Чувак там с маленькими даже успевает как-то выставлять. Давай-ка вызовем наших маленьких ботов. Друзей, напарничков. Ты понял, что они делают? Эти друзья, напарнички. Просто ушатывают. Еще вызовем. Не успел. Я не успел чуть-чуть, ребят. Ну, по крайней мере, мы один бункер им снесли. А у нас еще пока все целенькое. Так что погнали. Чу-чу-чу-чу. Давай-давай-давай, где вы там? Сосунки. Погнали, боты. Ё-моё, у нас есть шанс успеть. Ну, друзья, налегли. Где вы там, блин, бегаете? Все равно победа должна быть за нами. Да-да-да, победа за нами. И я MVP. Слушай, первый раз за всю игру я становлюсь MVP. Ну правильно, как получил себе новый танк, так ё-моё. Давай лайкосик сюда поставим. Смотри-ка, я получил трофей. Плюс еще вот эту вот штуку. А, это за MVP, мне еще плюс 3 трофея идет. О, вот это вот совсем другое дело, друзья мои. У меня сундук, давай его откроем. Геба, конечно, зря, наверное. Что? Вот. Гемы я, наверное, зря, конечно, разбазариваю. Наверное, да? Но... Но зато у меня есть танк. Классный. Фух. Так, ну что, там осталось немножко, ребята, да? Еще 10 трофеев, по-моему, да? И мы с тобой сможем открыть сундук. Поехали. Онлайн. Ждем, ждем, ждем бригаду. Так, 4 уже человека собралось. 5, 6, готово. Выступаем. Так, о, у нас тут все имбовые танки. Нормуль, я доволен. Стоит, стоит, стоит. Выжидай, выжидай, выжидал меня. Я понял, понял. Эй. Так, да выпендривался. Давай-ка вот так с собой сделаем. Маленьких ботов вызовем. Слушай, блин. Ё-моё, вот это я высунулся. Тихо, 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 родной. Ты успокойся, пожалуйста, мне здесь. Что там за мины? Давай, 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 стреляем. Уничтожить, уничтожить, цель моя. Давай, этого хламона сейчас накрою. Да куда ж ты на него залез-то, ёпрсте? Дурень, а. Так, мы должны снести бункер, ты понимаешь? Мы обязаны снести им бункер. Слушай, вот эта вот артиллерия меня достала. Давай еще вызовем дронов. Погнали, погнали, погнали. Бункер снесли. Минус бункер. Отлично. Как говорится, 1-0 пока. Так, отходим. Тут бастер зашатал меня все-таки, а, бастер. Не даем им здесь прослабления. Друзья мои, держим, держим оборону. Отлично.
Так, мои паучки готовы. Я вызываю паучков. Победа, да? Победа же за... Да, за нами. И я опять становлюсь MVP. Хе-хе-хе-хе. Злорадный смех. Так, я заработал сундук, друзья мои. За 100 трофеев. На ваших глазах открываем этот сундук и смотрим, что же нам отсюда выпадет. 30 голды. 1 гем. Ох ты, улучшение на паука. И защита, но опять же на какой-то другой танк. Слушай, ну то, что уже дали мне улучшение для паука, оно того стоит, ребят. Хотелось бы посмотреть, сколько оно стоит, это самого улучшения теперь. А ну-ка, ся. 40, всего лишь 40 монет. Конечно, улучшать. О чем тут разговор может быть? Level up 3. Мне бы, конечно, вот какую-то броньку бы хотелось бы, да? Потому что выпадает, да, ребята, броня, там всякая ерунда, но не на те танки. Смотри, у меня этих танков нету, но зато я могу сюда поставить, например, максимальное здоровье плюс 10%. Восстановление причем. Но этого танка у меня нету. Или как вот на этот танк, да, что у меня выпало вот здесь вот. Улучшение. Опять же, да, тоже восстановление здоровья. Значит, вот на этом что-то новенькое. Но тут вообще скорость буста плюс 2 секунды, то есть быстрее. Ну, танк сам по себе, конечно, смотрится смешно. Так, тут еще, смотри, лючок, все как полагается, блин. Ну, смешной танк, на самом деле. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду, пожалуй, закругляться. Давай вот этот сундук еще откроем с тобой. Глянем, что здесь выпадет. Так, улучшение на мой старый танк. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.